Малина относится к ягодам, которые славятся полезными свойствами. Малина имеет приятный вкус и требует соблюдения особых правил по уходу. Высаживание малины осенью имеет много преимуществ. Давайте рассмотрим их более подробно. Весной саженцы малины намного быстрее растут и нет необходимости вносить удобрения. Весна способствует росту зеленой массы. Осенью можно подобрать необходимый сорт культуры. Часто при покупке саженца можно визуально увидеть размер ягод. Весной участок необходимо подготовить заранее, так как мокрый грунт может выступать проблемой. Чтобы растение быстро прижилось, необходимо знать, когда сажать малину. Период высадки саженца во многом зависит от особенностей региона, в котором проживают огородники сорта культуры. Оптимальным периодом для посадки саженца является месяц до начала морозов. Чаще этот период наступает в конце сентября до середины октября. Важно внимательно осматривать посадочные материалы, выявить период, когда он готов к пересаживанию. Первый признак зрелости саженца выступает наличие четких замещающих почек, которые должны сформироваться в области корневой шейки. Правильно выполненные подготовительные работы являются основным критерием успешного роста малинника. Для того, чтобы культура быстро адаптировалась к новому месту роста, необходимо соблюдать особенности посадки. При выборе места необходимо учитывать, что растение будет расти на данном участке в течение 10-12 лет. Растение предпочитает, чтобы грунт был влажным, однако следует учитывать, что близкое расположение грунтовых вод может нанести вред корневой системе. Поэтому опытные садоводы выбирают места с близким расположением источника для регулярного полива. Наиболее подходящими предшественниками являются горох, фасоль, огурцы и кабачки. Высаживание малины позже срока может быть чревато гибелью саженца. Малина не успевает полностью укорениться, и корни становятся слабыми. Перед началом процесса необходимо правильно подготовить участок. Для этого удаляется вся растительность, и грунт тщательно вскапывается. На участок необходимо внести органические удобрения. Специалисты рекомендуют высаживать черенки через 2 года после роста других культур. Это увеличит не только урожайность растения, но и предотвратит появление заболеваний. Чтобы облегчить процесс посадки черенков, необходимо соблюдать следующую инструкцию. На выбранном участке необходимо сделать разметку. Это позволит сделать лунки, что в дальнейшем облегчит процесс ухода. Посадка малины может незначительно отличаться в зависимости от региона. Центральная часть России растения не требует особого ухода и дает большие урожаи. Урал. Недостатком региона является позднее наступление тепла, поэтому высаживать культуру осенью рекомендовано в конце сентября, пока температура воздуха не снизилась. Высаживать малинник рекомендовано в глубине сада. Это предотвратит риск вымерзания черенков. Для получения урожая необходимо отдавать предпочтение сортам, которые хорошо переносят резкое понижение температуры. Также возможно использовать бревна для посадки саженц. Бревно укладывается в глубокую траншею и немного присыпается грунтом. Особенность такой посадки заключается в снижении контакта корневой системы с перемерзшей почвой. Однако необходимо отдавать предпочтение ремонтантным, засухоустойчивым сортам, которые могут переносить жаркий период без снижения урожая. Отсутствие должного ухода приводит к снижению вкусовых качеств и небольшому урожаю.